Расческа-выпрямитель с керамическим покрытием. Сегодня в обзоре рассмотрим расческу-выпрямитель голландского бренда Philips, модель BHH880-00. В фирменной коробке лежат сама расческа, руководство по эксплуатации и гарантийный талон на 2 года. Корпус устройства сделан из пластика. На корпусе расположена одна кнопка. Она включает прибор и переключает режимы работы. На выбор два режима. Первый подойдет для тонких и нормальных волос, расческа нагреется до 170 градусов и не повредит их структуру. Второй режим оптимален для густых волос. В этом случае расческа разогреется до 200 градусов. Над кнопкой есть индикатор нагрева. Он прекращает мигать, когда поверхность расчески достигает нужной температуры, и устройством можно пользоваться. Хранить устройство удобно, подвесив на крючок. Он расположен в основании корпуса расчески. У расчески турмалиновое покрытие. Поверхность щетки широкая. Это позволяет захватывать больше волос за раз. Тройные щетинки, расположенные близко друг к другу, аккуратно распутывают и выпрямляют волосы у корней. Модель разогревается до нужной температуры за 50 секунд. Есть функция автоотключения. Если в течение часа расческа никто не воспользуется, она отключится. У устройства длинный шнур, 1,8 метра. Благодаря шарнирной конструкции он свободно вращается вокруг своей оси и не сковывает движений во время укладки. Отдельно отметим технологию ThermoProtect. Она поддерживает постоянную комфортную температуру, которая не позволяет устройству перегреваться и травмировать волосы. Обратите внимание, что расческу-выпрямитель можно использовать только на сухих волосах. Расческа-выпрямитель Philips с двумя температурными режимами и турмалиновым покрытием поможет выпрямить и аккуратно уложить волосы за 5 минут. А технология ThermoProtect убережет волосы от повреждений, настроив оптимальную температуру нагрева прибора.